Так, друзья, рассказываю, каким пластырем лучше всего подклеивать уши. Вот, прям специальную упаковку оставила. Значит, фирма Omnifilm. Видите, размер 2,5 на 5 метров. Ну, вот такой вот он по размеру. Выглядит как такой прозрачный скотчик. Вот мы с вами отрываем полосочку и вырезаем по форме ушка. И вот как бы внутрь приклеиваем, да, к полотну. Вот, и таким образом ушки, вернее, помогаем ушкам встать. Один из оптимальных методов подклейки. Это если вы сомневаетесь, что ушки встанут сами, и вот им нужно помочь. Ну, конечно, минеральные подкормки тоже делаете, хондропротекторы, да, и можно желатин еще подавать.